Ну вот и еще один претендент на очень высокую позицию. Один из тех фигуристов, которые, выступая на турнирах, практически не проигрывают. Два сезона подряд Арсений Федотов почти не выбивается с пьедесталов почета. Есть одно исключение, об этом поговорим чуть позже. Пока короткая программа этого очень талантливого фигуриста. Смотрите, что творит молодежь. Два самых юных спортсмена на этом турнире, Арсений Федотов и Лев Лазарев, сейчас борются между собой за то, чтобы возглавить турнирную таблицу. Лев Лазарев уже свою короткую программу исполнил и оценку в итоговый протокол записал. 86,69 балла и почти 46 за технику. Сейчас 46 даже с небольшими копеечками набирает за технику Арсений Федотов. Улыбается Сергей Дудаков, поздравляет ученика. Вот что подкупает в Арсении, повторюсь, наверное, это его потрясающая уверенность в собственных силах. Добавляет, безусловно, этот молодой человек и презентации программы, про технику говорить не приходится. Смотрите, как шикарный аксель. Арбитры поставили за него примерно плюс 3,5. Прекрасно исполненный тройной Ридбергер. Каскад. Кстати, вот я практически не обращаю на это ваше внимание, а ведь очень многие из тех, кто сегодня выступил, исполняют каскад, тройной луз, тройной тулуп по второй части программы, соответственно, добавляют к нему чуть больше балла по базовой стоимости для того, чтобы иметь возможность на этот самый балл отрываться от конкурентов, которые каскад во вторую половину не поставили. Единственный сбой на дорожке шагов случился с Арсением Федотовым, и сейчас мы его еще раз увидели, но, правда, этот сбой, надо отметить, не очень сильно повлиял на его техническую составляющую, хотя, в общем, наверное, именно из-за него итогового максимума-то и не получится. Но тем интереснее будет смотреть. Давайте дождемся оценок Арсению Федотову. Арсений Федотов. Я, кстати, забыл, какая из черепашки ниндзя была в синем. 87,81 балла. Он все-таки первый. Оценка за технику чуть хуже, чем у Лазарева.